Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самайуктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатару вашчаке пасинд бабача, патитанам павуне бхавишнаве бьо намо нама, мукан кароти вача ланг пангунг ланг хетигирим, ятки патам ханг банди парама нандо мадавам, бриндавай тулсиде бой пиавай кисвасача, снабхакти пади деви саттваттвай намо нама. Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катопадеша Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод баруна Дейям сада паривабагнам авишчадохам, титас падам сива виринчинутам сараньям. Витатихам панутапал вабаддипутам, банде махапурушате чарнаравиндам. Ятпад паллаванака чандамани чатая, биспуржитагима пигава вадусва дарши. Пурнану рагара сасагара сару муртихи сарадхикамай кадакипам каруш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодату, санкетанай капитару камулайя такшу, вишам бару дижа бару жугадхарму палу, банде жагат пия кару, каруна бхутару, Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Муктин ча муктин ча дада синитам, бхавану рупе на сада наранам, Ганга таранга раманья жата калапам, Гаури нирантара вибуши тобам бхагам, Нараяно прием ананга мада пхарам. Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасва Бадани Лакшми Риджасва Чабакшаши Джасьясти Хиде Самби Твам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Руху
агонистат тапасану яти, наче джая нирбапанад грихадва, начандасану ибо жалагни сурджайр, бина махат падоржо висекам, руху агонистат тапасану яти, наче джая нирбапанад грихадва. На чандасанай бажалагни суржайд, бина махат падаражо висекам. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, to a so-called devotee, that you are going to leave the track of Anugata, что если ты оставляешь путь Анугати, Парипад, Парипашна и Сева, то если ты оставляешь путь Анугати, Парипрата, Парипашна и Сева, и ты хочешь жить своей независимой отдельной жизнью, и что мы можем сделать для тебя, какое благо мы можем организовать для тебя, и в этом главный вопрос. И вот те, кто не являются полное самопредание, о котором я говорил вчера, что без полного самопредания, я вчера говорил об этом, мы не сможем ничего узнать. И вот там, где происходит непрерывная харикатха, Шрила Прабхупад говорит, мы должны слушать харикатху с настоящего источника. Шрила Прабхупад использует это слово, что мы должны слушать харикатху с настоящего источника, поскольку если нет четаны, сознания, если мы слушаем источник из такого источника, где мы не можем ожидать сознания, и вот или если сознание в дремлющем виде не проявленное полностью, то в этом случае мы не можем развеять наших сомнений. И можно вспомнить, Прабхутананда Сарасвати Пад говорит, мы можем заявлять, что у нас есть четана сознание, но Шрила Бхактивинода Тхакура в Джайвадхарме говорит, что есть мукулита четан, качита читон, вот эти пурнавикачита читон, шукачитон. Это градации сознания. И Шрила Прабхупад говорит, что мы должны слушать из живого источника. Если мы будем слушать из живого источника, то, несомненно, вы почувствуете какую-то реакцию. А если будет зависеть от чего-то еще, то вы не сможете обрести осознание. В этом главная проблема. И на самом деле, в Шримад Бхагаватам Махапуране я могу объяснить ту шлоку, о которой я уже говорил. И вот в Бхагаватам Махапуране можно найти такую шлоку, что сознание везде четана. Ишавасям идам сарвам. Ишавасям идам сарвам. Джагатам джагата. Атмавасям идам сарвам джагатин. Идисвам Бхагаватам. И вот это шлока из Бхагаватам. Атма, Чинмай Васту, везде. Я говорил об этом вчера. Если вы получите милость чистых Гуру Вайшнавов, то тогда вы сможете развить Гуру Даршан. Вы сможете видеть везде Гуру. Не Лаку Даршан, а именно Гуру Даршан. И вот в Бхагаватам Махапуране говорится, что четана сознание везде, но мы не всегда можем чувствовать и видеть. И также в тот день я говорил, почему
мы выражаем почтение друг другу, любим друг друга. Почему? А потому что сознание в нас. Если не было бы сознания, кто бы любил кого? И вот четана-васту, она везде, но мы не можем поверить, поскольку мы слепы. В Гите, в Бхагавад-гите также говорится, тут такие слова приводятся. Абсолютная истина, она вечна, но мы не можем узнать о ней, поскольку мы слепы. Только если мы будем зависеть от Пракрита Шабда Брамы, который исходит с лотосных уст Хари Гуру и Вайшнавов, то тогда и только тогда мы сможем обрести связь с этим трансцендентным миром Пракрита Джагат. И вот в этой шлоке говорится, что Асат не вечное, но не вечное. И вот Четтан-васту, оно везде есть, но мы не можем поверить в это. В Гуру Вайшнавов, в их действия, в их рождение, деяния. И в этом главная проблема, то, что мы не верим во все это. И единственное, что мы должны делать, это зависеть от чистой Гуру Вайшнавов. И тогда мы сможем осознать все. И также можно найти в Чайтанье Бхагавате можно найти, что иногда бывает много проблем в жизни Гуру Вайшнавов, но на самом деле это не проблема. Внутри они всегда чувствуют трансцендентное блаженство. Но внешне мы находим много проблем в их жизни. Будьте уверены, то, что какие-то проблемы в жизни вайшнавов, если случаются, то это не несет ему никаких духовных страданий. То есть тот, кто наслаждается духовным счастьем, то никакие материальные проблемы они не задевают его. И вот я говорил о том, что перед Ракхуганом Джада Бхарат Махарадж говорит: «О, Ракхуган, ты не можешь понять Апракрита Таттву. Ты веришь в тапасю и прочее, арчану, совершаешь арчану. Ты хочешь изучать веды и прочее, поклоняться этому Богу Солнца и остальным, но будь осторожен. Без милости, без милости чистых Гуру Вайшнавов ты не можешь войти на путь баджана, на путь духовной жизни, и поэтому мы... И вот у нас, если вот вчера я пытался развеять ваши сомнения о Гуру и Вайшнавах. Наши предыдущие ачарьи с самого начала, как я говорил, о том, что Парикшит Махарадж, он был ачарья Шраваны, слушания. Вишну. Окрурасту абивандане копипатира даше атхо сакше арджуна сарвасватма ниведане балиравут кришна аптирешам парам бхактирасамрита синду пурвабхаг. И вот в бхактирасамрита синду такие слова приводятся, что
среди девяти сложного бхакти Парикшит Махараджа, Ачарья Шравана слушания, как он показал нам, как нужно слушать с неотрывным вниманием. Он осознал, что нет ничего в его жизни, что могло бы спасти его, кроме слушания Хари Катхи. Когда мы это осознаем, то мы тоже сможем достичь успеха. Смотрите, сейчас из-за какого-то вируса столько проблем в мире. Весь мир, он беспомощен. Никакие деньги, власть, ничего не может помочь людям. И что они могут сказать? И вот это такая ситуация. И когда мы можем почувствовать, что у нас нет поддержки в этом материальном мире, ничто не может спасти нас. Только и только, что нас, мы можем полагаться на Гуру Вайшнавов и Ананта Дева. И в этом случае вы можете проверить, и обретете вы силу или нет. В тот момент, когда вы почувствуете, что у вас нету поддержки, и никто не может спасти вас. Только Гуру Вайшнава и Бхагаван. И вот это шлока об этом. Тот, кто не может спасти нас от неизбежной смерти, мритью. Мы не можем поверить, что он наш гуру, если он не может спасти нас от смерти. Он не саджан. Тот, кто не может спасти нас от такой неизбежной опасности, как смерть. Кто же может спасти нас? Гуру. Родственники, муж, жена, родители, никто не может спасти нас от смерти, от неизбежной опасности. И это мы должны осознать, понять. И в этом случае автоматически мы почувствуем какую-то преданность в нашем сердце, иначе нет. И Парикшит Махарадж, он чувствовал, что у него нет никакой поддержки, никто не может спасти его. И поэтому Парикшит Махарадж слушал Харикатху от Шукадева Госвами с неотрывным вниманием. И это процедура слушания. Как слушать Харикатху? Пример этому Парикшит Махарадж. Он слушал Харикатху от Шукадева Госвами с неотрывным вниманием, как будто он был на волоске от смерти, и ничто не могло спасти его, кроме этой Харикатхи. И Вишну, и вот, и если кто-то подобен Шукадеву Госвами, кто с таким неотрывным вниманием говорил Харикатху непрерывно, это Шукадев Госвами. Полностью погружен. Он был и говорил эту Харикатху, это была настоящая Харикатха. Прохлад, у него смаран бхакти, он достиг успеха благодаря памятованию Лакшми Деви, служением стопам Господа, Притху Махарадж, пуджи, поклав, поклонение, Акрура в Абхивандане, Хануман, он в служении. А в дружеских отношениях Арджуна. Арджуна, он достиг успеха благодаря дружбе с Кришной. Бали Махарадж отдал все Господу, и ничего не осталось у него. И в итоге его жена Видевали, как-то так его звали, она дала совет, что когда Господь спросил, куда третью стопу поставить, то Видевали сказала, почему бы тебе не отдать свою голову Господу. И Бали Махарадж, он был успешен в Атма-Ниведане. И мы можем думать и петь вот этот киртан об Атма-Ниведане, но без Атма-Ниведана
безуспешная атма, неведанная, Бхактивинода Такура говорит, мы никогда не сможем достичь настоящего счастья, трансцендентного блаженства. И это настоящий Харибаджан, который описывается в этом киртане. Наш Бхактивинода Такур говорит, после атма-ниведаны, если мы оставляем за собой какое-то оставляем что-то себе, то какое, что же это за самопредание получается? Если мы хотим принести абсолютное счастье в нашу жизнь, то тогда полное самопредание, но должно быть. Нет никаких страданий и чинтана рахила, никакого беспокойства не должно остаться в нашей жизни, куда бы мы ни смотрели, мы будем видеть ананду, блаженство, это не шутки. А когда вы почувствуете это, что ананда везде, и тогда никаких проблем не будет. Вишвапурнам сукхаяте. Вишва значит этот материальный мир, куда бы вы ни смотрели, вы увидите никаких проблем, никаких беспокойств. Это зовется Вайкунтха даршан. Когда мы будем видеть все позитивно, то это зовется Вайкунтха даршан. Если вы чувствуете все негативное позитивным, то это зовется Вайкунтха даршан. И вот наша девятисложная бхакти, те ачарьи, они дали пример нам, и это подобно мильным камням на нашем пути. И также от Гурварги мы знаем вот эти слова, что если мы не будем следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру, нашей Гурварги, жить как-то отдельно, следуя другим принципам, то это не бхакти. Это не настоящая бхакти. Шрила Прабхупад говорит, делать все для удовлетворения Гуру, Вайшнавов и Бхагавана всегда это зовется бхакти. Это процедура, через которую мы можем удовлетворить Хари, Гуру и Вайшнавов. Мы должны понять, каково их настроение, что они хотят. И поэтому внешне можно найти, что Шрила Прабхупад внешне Гуру Саву не совершал. И много материалистов, они тоже возмущаются, что почему Шрила Прабхупад не служил самому Гурудеву, не готовил, не стирал, не убирал, ничего не делал, но как это возможно? Но эти люди просто глупые. Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, он намачарья. Намачарья Харидас Такур, но он тоже намачарья. Тот, кто полностью утвердился в нами. И вот Харинам Прабху, он всегда совершал Харинам, и желание Гуркишвардас Бабаджи Махараджа было таково, чтобы этот Харинам, слава Харинама в форме и вот нам Прабху в форме своих лил, в форме качеств. Харинам Прабху, at the same time, Лила, all you have to, you know. So we have the scope to hear from. И вот у нас есть возможность слушать от Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада, он был успешен в том, чтобы исполнить желание своего Гурудева через Вани Севу. Он распространил славу Верховного Господа, его качеств, его лилы, его деяний и его драмы и всего остального. И вот в Шримад Бхагаватам можно найти все различные там обсуждения жизни преданных. А в 10-й песне только о Кришналиле говорится. И вот Шримад Бхагаватам, смотрите, если кто-то думает, что с 1 по 9 песни все не бесполезны, поскольку там не о Кришне говорится, а о преданных Кришне. Но Шримад Бхагаватам говорится, что Шримад Бхагаватам
это, он не отличен от Шри Кришны. И все, что говорится о преданных, о их действиях, о их деяниях, о их жизни, и слушая это не отлично от самого Бхагавана Шри Кришны. Мы не можем найти ничего, что, от чего мы можем отказаться или пропустить какую-то часть Бхагаватам. Нет, все очень и очень важно. И вот сейчас суть в том, Шрила Прабхупада — это наставление Шрилы Прабхупады, что все время мы должны находиться среди преданных, все время. И те, кто слабы, у кого нет силы, они должны находиться с чистыми гуру вайшнавами. И вот под руководством гуру вайшнавов они должны находиться, всегда слушать харикатху, если какие-то вопросы возникают, но мы не можем ожидать то, что как это возможно, что Кришна вечен и наша гуруварга вечна, и такие вопросы не могут после дикши возникать. И вот другая сиддханта, другие вопросы по сиддханте могут быть. И вот смотрите, когда мы обнаруживаем, что то место, где непрерывно происходит харикатха и харикиртан, это была идея Шрилы Прабхупады в том, чтобы всех обусловленных душ поместить в океан харикатхи и харикиртана. И любое служение, которое мы делаем, но все же без киртана мы не можем совершать никакого служения. Но санкиртана, она должна быть, Джива Госвами Пад. То есть, говорит, с помощью киртана, харикатхи, с помощью киртана мы должны совершать все служение. То есть, если что-то делаем, мы должны помнить Господа и воспевать Его имя и славу. И без харикатхи и харикиртана мы ничего не можем делать. Но имеется в виду, можем делать, но успеха не достигнем в этом. Если харикатха происходит, то то же наставление Махапрабху дал Рагунатх Дас Госвами. И также мы всегда должны думать о Бхагаване Шри Кришне. Это и вот и там, где происходит настоящая харикатха, материальные эти темы не могут находиться, там автоматически они уходят. Если есть харикатха, то у нас нет возможности обсуждать какие-то материальные вещи. И так постепенно, если мы будем слушать харикатху, и вот анудинам значит непрерывно, не каждый день, а нет, именно каждый день, все время. Если мы хотим обрести мумукшу, освобождение, то все же такой человек изменит свое настроение, и наш ум иногда ведет себя как проститутка, иногда как благочестивая девушка. И так вот, и если мы будем слушать о славе Гуру Вайшнавов, то постепенно мы, у нас появится влечение к ним, и наша вера возрастет. И, а без сатсанги мы никогда не можем сможем развить наше сознание, никогда не сможем поверить в Бхагават, то, что Бхагават Атва вечна, в Бхагават Даму, Бхагават Наму и в их вечное существование. Поскольку все создание, оно приходит от чистых Гуру Вайшнавов, не откуда-либо еще. И вот можно вспомнить, я вчера говорил, что кто-то мог вопрос какой-то спросить, задать. Если есть такие полубоги, как
Вот Шанкар Шива, например, вот в храм Сомнат, есть там один демон 18 раз нападал и воровал огромное количество сокровищ с этого храма, но все же после 18 таких ограблений и вот кто-то мог сможет спросить, если Шанкар Бхагаван был там на самом деле, почему он не вышел и не убил этого разбойника. Можно видеть, иногда в храме Джаганнатха что-то воруют, и кто-то может сомневаться, если Верховный Господь, если Он есть, то почему Он не приходит и не защищает своих преданных и вот свое имущество, и почему он никаких мер предосторожности не применяет. И вот первое то, что есть бесконечная Брахманда, и внутри Кришны бесчисленные Брахманды. И у Кришны есть уникальная лила. Он всегда совершает свои лилы во Вриндаване. Кришна, он Ананта Брахманда Виграха, он безграничен. И вот Ананта Брахманда Виграха, значит, что все внутри Кришны. Кто-то может сказать, что... И вот случился случай в храме Дауджи в Оби-Гауне. Там, где Баладев совершал расу. И вот там храм Дауджи, и божество, оно вышло из воды Ямуны. И вот он дал указание каким-то браманам, какие-то знаки, что я здесь, спасите меня. И вот его вытащили, установили, и с тех пор происходит поклонение этой Виграхе. И также там в Дауджи Мандире какие-то эти были украшения, не столь ценные, но так или иначе какие-то разбойники пришли и забрали все. Все украшения, пожертвования, которые дали божеству, и ушли. Потом они письмо отправили, точнее, написали письмо, и все, что они украли, принесли, к храму положили и ушли. И утром Пуджари находит письмо, и в письме говорится: «О, Баладев Махарадж, прости нас, мы совершили великую ошибку, когда они вот украли имущество Господа, кто-то слепой стал, кто-то еще что случилось, одни проблемы начались, потом до них дошло, что Дауджи разгневался на них, и поэтому они решили вернуть все, что украли. И вопрос в том, кто-то может сказать, что храм Санатха, который 18 раз мусульмане нападали и обворовывали, и Шанкар Бхагаван не защищал это, ни себя, ни имущество свое. И смотрите, Шанкар Бхагаван, он внешне выглядит как... Как нищий, но он очень могущественный, может обрести все, что он хочет. И если какие-то эти ценности украдены какими-то разбойниками, то Кришна не будет прямо делать ничего. Почему? Поскольку кто может забрать из этого творения? Поскольку Кришна, он обладатель всех брахманд и все в нем. Как, например, в вашей комнате, в вашем доме, если кто-то
что-то возьмет и переместит, и украдет, но имеется в виду, переместит по вашему дому, то оно как бы своровано, но с другой стороны, оно как было в вашем доме, так и осталось. И также все вещи, которые воруются в этом, во всей вселенной, они не теряются для Кришны. Они как были в его вселенных, так и остались. А материалисты, они думают, что Кришна не может ответить, отомстить за это воровство. И поэтому так, ну, думают, что Виграха, она бесполезна, и вот ничего не делает, что даже своих вещей не может вернуть. И в этом отношении я еще хочу сказать о том, когда Шрила Прабхупад отправился в Джайпур, чтобы какое-то божество Радха Говинда Гора Хари привести. И вот он отправился в Джайпур. И в Джайпуре вместе со всеми преданными там рынок этих божеств есть, и Шрила Прабхупад, он там ходил, смотрел. И внезапно Шрила Прабхупад увидел какое-то божество Радха Говинды, которое было уже готово внутри какого-то магазина, и Шрила Прабхупад, он зашел в этот храм и спросил, сказал точнее, что хочет приобрести вот то конкретное божество. И в Майпур хотим увезти в Бенгал. И этот человек сказал, не, мы не можем дать вам, поскольку уже продано. И уже предоплату дали, и вот скоро заберут. Давайте. Заказывайте, мы вам такое же сделаем, если хотите. А потом этому хозяину этой лавки Бхагаван пришел во сне и сказал, мы хотим быть, а вот к тому саду пойти. И давай, отдавай нас вот ему, Прабхупаде. И на следующий день этот человек уже искал, где же Шрила Прабхупад. И случайно встретился с Шрилой Прабхупадой, узнал, где он находился, и эти божеств передал Шриле Прабхупаде. И таким образом Радха Говинда, они из Джайпура пришли. Но по желанию Шрилы Прабхупады эти божества пришли к ним, вот к нему. И вот смотрите, трансцендентные божества показывают вот свою такую волю таким образом. А Пракрита Виграха, она, это сам Верховный Господь, я говорил о случае в Сарбоге, когда была процедура установки божеств. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он был Рамананда Прабху. У него была обязанность все организовать, и потом Шрила Прабхупад пришел и Виграху Пратишту сделал, собирался точнее сделать. И вот когда все было подготовлено к Виграху Пратиште, Шрила Прабхупад пришел, зашел в алтарную посмотреть. Он увидел, что божества уже установлены. Как? И что же делать? Мне ничего не нужно больше делать. Он поклонился и все. Поскольку благодаря любви, преданности Сиддхартха Госвами Махараджа, Рамананда Прабху, божества не явились. Пран-Пратишта произошла. Согласно Хайширше Панчаратре и другим писаниям, когда мы устанавливаем божества, вначале мы должны храм сделать, организовать храм. А чтобы храм построить, нужно призвать Ананта Дева. Если Ананта Дева, и вот призывается Ананта Дев сначала, и потом на, только после этой установки храма можно божества устанавливать.
И таким образом много случаев мы знаем. И вот от нашей Гурварги мы знаем, что любой Махапуруш, если он дает задание сделать какую-то виграху, то эта виграха, она сама проявляется. Да только даже когда просто дает указание, то божество, оно проявляется по желанию этого махаджана, и материалисты не могут с помощью денег, власти установить какое-то божество. Это невозможно. И вот по желанию Махапурша только это возможно. И также можно вспомнить в Каракуре Шрила Джанардан Госвами Махарадж. Он был учеником Шрилы Прабхупады. Он происходил из Рамананда Паривара. И вот однажды он отправился в Джайпур. И вот когда божество привезли в Каракпур, в его ашрам, и вот когда Мурти Шрилы Прабхупады привезли в Каракпур, то после этого Джанардан Махарадж начал говорить, чтобы срочно открыли эту коробку, контейнер небольшой с Мурти Шрилы Прабхупады, и как только его открыли, Джанардан Госвами Махарадж начал совершать арати. И можно подумать, как это возможно, что вот еще только привезли, Мурти уже начали арати совершать, а никакой установки божеств не было. Но Джанардан Махарадж ясно видел, что в этой виграхе он уже видел, что Шрила Прабхупад, он уже проявился там. И таким образом вся наша Гурварга, когда они устанавливают божество где-либо, то эти все божества и храмы, у них есть такие трансцендентные качества. И вот я говорил о том, как возможно, можно вспомнить, иногда в Лили Гуранги Махапрабху мы находим Адвайта Гасай находился в Шантипуре. И Адвайта Гасай хотел проверить, что это мой Господь или нет. Если он мой Господь, то он позовет меня. И таким образом в Шантипуре Адвайта Гасай находился, и Махапрабху дал указание кому-то, чтобы он пошел и привел Адвайта Ачарью. Иди и приведи его с Шантипура. И вот Адвайта Гасай пришел с Шантипура и удостоверился, что это действительно сам Господь явился. И вот еще один Накул Брамачари из Калны. И вот Шивананда Сен, он вечный спутник его, но все же Шивананда Сен говорит, и Махапрабху, если Махапрабху уже явился как Накул Брамачари, то я хочу проверить, если он может позвать меня и сказать, какую мантру, Дашакшара Гопал мантру я получил, если он скажет, то я поверю, что мой Господь явился в нем, иначе нет. И вот тысячи людей пришли, чтобы получить даршан Махапрабху, поскольку Махапрабху явился в сердце Накул Брамачари, и все люди пришли, чтобы получить его даршан, и внезапно Накул Брамачари сказал, идите, приведите Шивананду. И все пошли спрашивать, кто же Шивананда, и после этого Шивананда Сен пришел к Накул Брамачари, поклонился, и Накул Брамачари сказал, ты сомневался, что я твой Господь или нет, ты получил Дашакшара Гопал мантру вот такую-то,
И таким образом много раз Махапрабху доказывал. Но если у нас есть материальные представления, то вот в Панихати там был Дадхичира Утсав. И вот большой праздник там был, и Нитянанда организовал этот праздник, поскольку Рагунатх Дас Госвами, он был наказан Нитянандой. Но наказание в том, что нужно было оплатить расходы на этот праздник. Он сказал, что ты постоянно где-то находишься вдалеке от меня, поэтому вот сегодня тебе такое наказание оплатить расходы на этот праздник. Ты постоянно куда-то уходишь, поэтому вот сегодня такое наказание. Организовать пир. И вот Нитянанда сидел под деревом баньяна, они организовали подношение в этих глиняных горшках, и потом Нитянанда позвал Гаурангу, и Гауранга пришел и сел рядом. То, что делал Нитянанда, никто не знал, и Нитянанда Прабху. Он дал этот прасад Гауранге. Бери, ешь. И вот он кормил Гаурангу Махапрабху, и никто не видел это, что происходит. И вот он так брал и кормил Махапрабху со своих рук. И, и также врагов в мандире, в доме Шачиматы, когда Шачимата готовила, она плакала, она вспоминала, что Нима ел вот такое сабжи и такое, но сейчас его нету. А еще и Махапрабху иногда приходил, и она видела, как она, его мать, она видела, как Нимай, он ест эти сабжи. Ну, имеется в виду, что это мать Махапрабху, когда он ушел из дома, она все же подносила ему все подношения, которые он любил, и Махапрабху иногда их физически принимал, хотя дома не был в таком тонком теле, видимо. Ну, не имеется в виду, просто съедал все, и ничего не оставалось. И потом он сказал Шачимате, что вскоре она встретит его двух аватар. Но что Махапрабху хотел сказать этим? Что люди узнают, что Гауранам, он вечен, Гауранам, он вечен, я могу явиться в форме Гауранама и Виграхи. И вначале Махапрабху пришел во сне, Вишнуприя Вамшивадананде и вот там еще дерево Нима какое-то было, под которым Шачимата сидела и кормила Нимая грудью. И это то место под деревом Нима. И Гауранга Махапрабху дал указания, и там божество сделали Дамешва Гора. И таким образом Махапрабху явился в форме Виграхи и святого имени. И кто-то говорит, что
гора Гайтри, и все остальное бесполезно, поскольку кто-то мог придумать это недавно, но это вечно. Шрила Прабхупад, он изучал читание Упанишат, есть 108 Упанишат. Вот различные Упанишады, 108 видов Упанишат. И там есть читание Упанишат. И в читании Упанишат, и в Бхагаватам также в различные эти можно найти указания, что Гуру-аватар есть Гуру-аватар вечен из Гуранга Махапрабху, Нитьянанда Баларама Адвайта Гасай, они все снизойдут вместе с ним. И вот Гуранга Махапрабху Гайтри можно найти в Шри Чайтанья Упанишат. И вот один за одним можно видеть примеры, что Харидас Такуру, хотя самадхи, его поместили в самадхи, также Рупу и Санатану, но как это возможно, что они вечны? Как мы можем поверить в это? В этом главный вопрос. И вот все виграхана вечно, все виды виграхи установлены вайшнавами. И также вне зависимости от происхождения, все вайшнавы, они тоже важны. И вот Бхарати Махарадж рассказывал про какой-то случай, что он говорил, что не думайте, что если вы из брахманской семьи, то вы обретете Кришну, а те, кто из какой-то не брахманской касты, не обретут. Нет, это неправильно. И вот мы можем найти в... Один пуджари был в храме Ранганатха, и вот один пуджари в Кавери омовение принимал, и внезапно он встретился с преданным, но он не верил, что это преданный, он прикоснулся к ним. Ну, как-то это... Тот на дороге лежал, видимо, и тот увидел его, кинул камни в него, чтобы он не мешал ходить, и потом вернулся в храм, и храм не открывался. И все были очень удивлены, что случилось. Почему храм не открывается? И вот все служение остановилось в Ранганатхе. А Ранганатх, он явился и сказал, что я не могу никакое служение принимать, поскольку этот пуджари кинул камни в моего преданного. Если он пойдет и извинится и возьмет этого преданного, посадит себе на шею и 8 раз обойдет вокруг храма с этим преданным на своей шее и вот обнесет его на своих плечах 8 раз вокруг храма, и тогда прощу его. И вот пуджари Муни Бабу его звали. И вот смотрите, внешне, по одежде, по тилоку, по мале, ничто не может доказать, что вы чистый преданный, кто знает. Шрила Бхактиван Такур, хотя работал на своей работе, иногда тилок и малу не носил. И как можно понять, что он преданный? И вот таким образом все время мы можем сомневаться, думать, что вот они... И вот вчера Махарадж говорил об одной шлоке. Это особенность Господа и Его преданных.
Господь является в этом материальном мире, внешне мы можем найти, что майя, материальная природа, она влияет на него, но нет. И преданные также те, кто ведут свою жизнь, ну, в материальном теле, можно иногда видеть, что их тело материальное, действия материальные, но все это трансцендентно, хотя внешне выглядит так. Не так, точнее, много случаев, вот Пурушоттам Дами, например. Один преданный был Бунду, очень бедный Бундхуманту, как-то так его звали, в храм Джагнатх его не пускали, он с низкой касты происходил, но однажды Джаганатх пришел к нему и отдал ему две тарелки с Раджбогом, с царским подношением на золотых тарелках. И вот он отдал это подношение с тарелками вместе, и его поймали впоследствии. Эти охранники Джаганатха обвинили в воровстве тарелок, но Джаганатх пришел во сне и разгневавшись, он сказал царю, чтобы освободили его и прощения попросили. Он мой великий преданный, я дал ему эти тарелки с подношением. Сам я дал ему эти тарелки, поэтому он не виноват, никто их не воровал. И мы не можем так наш ум использовать для того, чтобы понять действия Господа и прочие трансцендентные вещи. Однажды Джаганатх и Баларам, они наказали Пундарик Видьянитхи, хотя он великий преданный Вришабхану Махарадж, но однажды Пундарик Видьянитхи и вот Господь трансцендентен, его преданные также трансцендентные. И как же обрести веру в это? И вот Пундарик Видьянитхи иногда пошел в храм, однажды пошел в храм Джаганатха и подумал, что Джаганатху нужно чистую одежду подносить, постирать, а не так, что на базаре купили и сразу подносят. И вот он в уме подумал, что какие бестолковые пуджари не могут даже одежду постирать. А ночью Кришна Баларама пришли к нему и побили его. И действительно, утром, когда он проснулся, ему уже не мог выйти, ему стыдно было. Если пойду, то увидят эти фингалы. И вот Господь, Он всегда с нами. Смотрите, Прохлад Махарадж, он не пытался себя защитить, он просто пометовал Господа. Джада Барада тоже, он не пытался защитить себя, но автоматически Господь защитил его. Прохлад Махараджа пытались отравить, ну и не только отравить, всякими способами убить, но Прохлад Махарадж, когда ел этот яд, то он стал нектаром. И вот Господь совершает различные лилы. Если у нас есть вера в этого трансцендентного Господа, то Он может явиться в нашей жизни. Вчера я говорил о том, что во Вриндаване Говардхан, в храме Джаганатха на 100% Махапрасад – это стопроцентный Махапрасад. Но если мы готовим в доме, если у нас есть божество, ну, имеется в виду такое авторитетное установленное божество, чистым преданным, а если божества нет, то нужно фотографии авторитетных божеств предлагать. И если фотография, ну, то есть дома лучше фотографию божеств иметь, а не божества, поскольку если с божествами много сложностей,
чистоту поддерживать, кормить регулярно надо, и Лакхаринама повторять еще, и много правил чистоты поддерживать, то... А если этого не делать, то предлагать, конечно, можно, но примет ли это Кришна, это большой вопрос. И вот вначале всего с любовью вы должны предлагать. И домохозяева, они тоже должны поддерживать чистоту. И если кто-то болен, то другие участники, ну, имеются в виду, жить эти... Члены семьи, они должны поклоняться вместо вас. И вот санкиртан, подношение чего-либо, все должно совершаться под руководством чистых преданных, и вопросы могут возникнуть. Если чистые преданные не присоединяются к нагар санкиртане, а если во время нагар санкиртаны участвуют в ней какие-то возвышенные преданные, то это очень благоприятно. Или это происходит, по крайней мере, по воле чистого гуру вайшнава, хотя, конечно, лучше, если они сами будут совершать санкиртан, чтобы обычные люди не обрели благо, слушая это воспевание святых имен. И вот вчера я говорил в Вриндаване, в Радха-Говинда храме, вот подношение было от, ну, подношение было от такой этой проститутки, и вопрос: Говинда мог, смотрите, можете огонь принять. Иногда я слышал от одного ачарьи, он говорил, Годев говорил, что шрада, а ну мы не можем принимать. Ну, на поминках есть, имеется в виду, если это вайшнавские поминки, то можно, если обычные люди, которые раздают еду в честь ухода своих родственников, в честь поминков, то это очень опасно. Кто-то может сказать, что это сначала Кришне предлагается, но во время поминков, а потом просад Кришны этим помершим предлагается, а потом уже раздается. Но в этом случае мы не можем есть. И Джаганнат, он пришел во сне со всеми преданными, и вот он сказал, что я и огонь могу принять, и мне ничего не будет, а вы должны смотреть то, что вы едите. Это мне было предложено, но это зависит от желания Кришны, примет Кришна это подношение или нет. А мы принимаем это с верой в то, что это Махапрасад. И вот, если это действительно Махапрасад, то проблем никаких нет. Но Кришна, он все подряд не принимает от всех, кто ему что-либо подносит. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, те, кто с любовью принимают, те, кто с любовью предлагают мне что-то, даже воду, лист или цветок, или плод, я принимаю это. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что для нашего баджана, если мы везде ходим и едим на всех пирах, то это очень опасно, мы не сможем наш баджан поддерживать должным образом. Если я буду говорить детально на эту тему, то
многим из вас будет неудобно. И вот апракрита татва, апракрита, вот Шлока Махарадж произнес, что трансцендентные вещи материальным умом не познать. И вот божества трансцендентные, Махапрасад трансцендентные, мы должны верить в это. И вот Рамануджачарья, как и когда мы сможем избавиться от сомнений? Единственный ответ – вы должны обрести милость от чистого преданного. Это главное. И один преданный Рамануджачарья, Данурдас его звали. Он принял прибежище у лотосных стоп Рамануджачарьи, но все же чувствовал влечение к матери и очень привязан был к своей жене. Она была очень прекрасной, он смотрел на нее всегда, даже шли куда-то. Он над женой всегда зонтик нес. Ну и любовался в процессе ношения зонтика над своей женой. И вот эти преданные пожаловались Рамануджачарье, что вот он очень такой падший и так привязан к своей жене. Рамануджачарья сказал: «Хорошо, не проблема». Он позвал этого Данурдаса и спросил: «Почему ты ведешь себя так, что все критикуют тебя?» Он сказал: «Что делать, Гурудев? Я хочу видеть лицо моей жены. Она настолько прекрасна». И Рамануджачарья хотел показать ему настоящую красоту. Много раз я говорил, это наставление Шрилы Прабхупады, то, что мы должны избавиться от влияния материи, от влечения и отвращения. Это первое, что должно покинуть нас. Мы должны избавиться от влечения или отвращения к чему-либо. Мы должны проверить наше сердце. Если мы избавились от влечения и отвращения, тогда вы сможете начать Харибаджан. Иначе нет. И вот Рамануджачарья, он позвал его, чтобы сходить в храм Бхаратраджа. И вот Рамануджачарья, он начал молиться Господу, что он, смотри, настолько глуп, что хочет видеть какие-то материальные красоты. И Господь, покажи свою внутреннюю красоту ему. И вот Бхаратрадж на красоту показал свое великолепие, свою красоту. И это Данурдас, он был ошарашен, и с тех пор он не хотел увидеть даже лица своей жены. И вот он с тех пор хотел смотреть на красоту Бхаратраджа только, а не своей жены. У него полностью прошло влечение к своей жене, и настолько, причем, что однажды пришел вор какой-то, а жена этого Данурдаса спала, и этот вор так аккуратно собрал все украшения, она вроде в украшениях спала, он снял с ее тела эти украшения и убежал. И утром жена брата этого преданного сказала, что двор был, и
А вот она показала, что не все забрали, а половину, поскольку она лежала на одном боку, а воры с той стороны, которую сняли с противоположной стороны все украшения, а этот Данардас сказал, ты так привязана к своим украшениям, что ты их все не отдала, что толку от них. И таким образом это возможно для чистых гуру вайшнавов изменить ваше настроение. Это возможно, что чистые гуру вайшнавы не могут изменить ваше настроение. Но вы должны быть полностью преданы. Однажды Парикшит Махарадж спросил Шукадева Госвами, как это возможно, что Шанкара Бхагаван Деви Дурга Ганеш. Многие люди поклоняются Лакшми, Ганешу, Шанкару, и так много богатств получают. Но смотри, те, кто поклоняется Верховному Господу, они обычно очень бедные, нищкинчно. Нету денег, ничего нету, и как это возможно? И тогда Парикшит Махарадж, он и сказал, о, Ранджан, Хари, он за пределами этого материального мира. Господь находится в таком высоком, на таком высоком трансцендентном уровне, что обычные люди не могут достичь его, и как же тогда поклоняться? Поклоняться Хари очень просто. Вам нужно искать что-то. Здесь или там Хари, он внутри вашего сердца. Вот царь Хари, он за пределами этого материального мира и материального представления. И это не шутки, это то, что каждый может поклоняться Верховному Господу Хари. И вот Хари, он находится в сердце каждого. Господь Хари в сердце каждого, но все же они даже в этом случае они не могут поверить и не понимают, кто такой Верховный Господь, как это возможно, они не могут поверить в Гуру Вайшнавов. И таким образом, иногда Гуру Вайшнавы могут являть такую лилу, чтобы мы развили неверие в их. И это влияние майя, что Гуру Вайшнавы являют какую-то лилу болезни, чтобы такие материалисты не верили в них. Если, смотрите, у нас есть какое-то оскорбление, то наше сознание опускается. И в этом случае мы не можем поверить ни во что. И таким образом мы возвращаемся. Вначале мы должны избавиться от всех оскорблений, которые мы совершили, если мы. И если есть Садгуру в нашей жизни, то мы должны молиться Ему и непрерывно совершать Харинам. А если мы не понимаем, то мы должны выяснить, какое оскорбление мы совершили лотосным стопам, какого конкретного вайшнава. Есть много оскорблений. Я пример из Рамайны приведу, когда Андамуни Дашарат, когда он отправился в лес на охоту, то там был этот охотник, точнее, этот олень.
И вот Дашарадха Махарадж, он хотел поразить какую-то цель. Это звуковое оружие было, которое могло прилететь на источник звука и уничтожить его. И вот Дашарадха Махарадж побежал смотреть на Then last time he got information from before death, his father and mother they are blind, Andamani. Then taking the body in front of Andamani and you know crying, excuse me, I have done one mistake. And unknowingly I was bound to kill your son actually. So then Andamani crying and speaking. И вот был еще Андамуни какой-то, он плакал и говорил, что никогда в своей жизни не было неверия в Шалаграма или в Виграху. Почему? За что мне такое наказание? И почему это наказание пришло ко мне? А это наказание он получил за то, что не имел веры в божество Шалграм, Виграху. В преданных такое наказание может прийти в нашу жизнь, если у нас нет веры в эти, во все эти вещи. И вот Дашарадха был проклят этим муни. А Пракрита Шанда Брахма, у нее есть особое положение. И династия Яду как была уничтожена? Смотрите, когда Гуру Вайшнавы говорят что-то, то этот звук становится неотличен от того, что они хотят именовать. И вот Апракрита Шанда Брахма, она не отлична от объекта, который она обозначает. Это автоматически происходит, когда Гуру Вайшнава не проклинает кого-то, то вот как в случае с этими детьми, которые спросили, кто же родится. Их слова Гуру Вайшнавы стали явью, и действительно кусок железа появился в этих тряпках. И вот Апракрита Шабда Брахма, Верховный Господь сам, и вот Верховный Господь и все его спутники, они вечные, мы должны иметь веру в это. И вот в следующий день я буду говорить о Вишве Вайшнава Раджа Сабхе, какова цель Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура была, поскольку в жизни Шрилы Прабхупады мы можем видеть много случаев, через которые мы избавимся от нашего невежества, и много раз мы должны изучать шастры гуру вайшнавов, чтобы избавиться от нашего неверия в их и избавиться от всех оскорблений, которые в различных формах могут явиться в нашей жизни. Может, какой-то саду уже ушел, но смотрите, мы, если вы совершили оскорбление лотосным стопам Харинама Прабху, то тогда вы должны совершать Харинам непрерывно, и в один из дней Харинам ответит и простит вас. А если вы совершили оскорбление лотосным стопам Гуру Вайшнава, вы должны выяснить, какое оскорбление вы совершили. И если вы совершили оскорбление, вайшнавам, то и еще что-то тоже должны выяснить и купить. Если какие-то сева-аппаратхи,
то мы должны Вринда Аштаку. Повторять, вот Махарадж повторяйте. Бандуга банду дутиди бабасо бинде намасте чар. This you will have to recite daily. Don't forget. And specially Dadasi night you will have to recite. Or two chapters of Gita. И особенно в два дыши вечером или два этих две главы Гиты читать тоже полезно, чтобы избавиться от сева-аппарат. Но специально не совершайте оскорбления, поскольку если вы специально совершаете оскорбление, это очень опасно. Да, может, вы слабы, что делать? Нужно извиниться и продолжать ваш баджан, и если есть какое-то оскорбление анардхи, вы не можете обрести настоящий вкус баджана до тех пор, пока апарадхи, анардхи есть, то вы не сможете получить настоящий вкус баджана, но вы не должны терять ваше терпение. Если вы потеряете терпение, то тогда вы обречены на провал, и поэтому мы должны иметь, хранить терпение. И когда мы искренне будем совершать баджан, то мы в один из дней почувствуем Вишвана Чакравати Пад. Пример приводит, например, есть две птицы одинаковых. И вот две птицы, одна птица на золотой цепи, а другая привязана золотой цепью, а другая железная. Может быть, нам это какое-то отличие есть, но птицам одинаково больно, какой, независимости от того, какой цепью их прицепили, золотой или железной. И вот смотрите, и пример приводит, что если птицу пытаться освободить и перепилить эту цепь, даже если на 75% или на 80% перепилить, то Вишвана Чакравати Пад говорит, что если вот кто-то пытается перепилить цепь на вашей руке, то до тех пор, пока она полностью не перепилена, то вы чувствуете те же самые страдания, ту же боль. Но вы должны верить, что что-то происходит, а не то, что вы ничего не делаете и нет результата. Нет, это не так. Мы должны иметь веру и терпение. И вот сегодня или завтра мы так достигнем успеха, и у нас должна быть вера и надежда. Если, когда эта цепь, кто-то может распилить нашу цепь, то тогда мы почувствуем свободу. Но если, смотрите, даже 5% остается, то все равно ту же боль мы чувствуем. И Вишванат Чакравати говорит, что мы должны иметь веру, что мы избавимся от цепей, от оков майи. Сегодня или завтра вы станете свободны, и вот обусловленная душа, если она совершает баджан отдельно, то различные эти состояния в их жизни могут возникнуть. И вот на пути бхакти множество этих проблем возникает в вашей жизни, чтобы проблемы какие-то вам принести и сбросить вас с пути баджана, и мы должны делать лучшее, чтобы избежать всего этого. И те преданные, которые начинают баджан, sometimes flowing, sometimes sometimes sticky, hard. Utsahamayi ghanotarala. Budo vikalpa. Sometimes in perplexing position.
Иногда кто-то сомневается в чем-то, делать что-то или не делать. No, I should leave it. No, 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 no. I must accept it. Without Vishaya, how I can, and if I give away all money, how I can live? This way, contradiction. Vishaya Sangara. So different kind of condition I can discuss someday, actually. So different kind of condition can come in your life. So try to... И вот различные проблемы могут быть в нашей жизни, но мы должны пытаться совершать наш баджан таким этим спокойным образом. А если мы будем слишком куда-то бежать, спешить, то можем, ну, проблемы какие-то могут возникнуть. You must accept everything in your life as prasadam. Whatever in your life, whatever you are going to get, all prasadam. Guru darshan. И смотрите, мы должны видеть, мы должны иметь гуру даршан и воспринимать как милость все, что приходит в нашу жизнь. So if there is the day you can find no opera, nothing there, gradually you can start believing that nitya jagat there is, transcendental world is there. I can, if there is no incentive in front of you, if you cannot believe, what you can get? What you can get after your bhajan life? Если у нас нет веры, то что мы обретем? Если у нас нет цели, то чего же мы достигнем? И вот вначале мы должны избавиться от всех оскорблений, анардх и всего прочего. Если мы избавимся от этого, то тогда мы обретем вкус к харинаму, и это будет зеленый свет. И повторяя харинам, нам захочется повторять больше и больше харинам. Сейчас мы силой повторяем харинам 25 кругов или 16, или что говорить о лаке. Кто сказал? Пытайтесь сделать лучшее, что вы можете. Один преданный из какой-то западной страны пришел к Бхарати Махараджу и сказал: «Я так много сделал для моего Гурудева, день и ночь все делал». И Бхарати Махарадж сказал: «Я знаю, вы столько всего сделали, но вы забыли принять прибежище у харинама. И не приняв прибежище лотосных стоп харинама, все ваше служение бесполезно». Мы можем, конечно, делать разное служение. Через служение мы можем развить сознание. Саванмуки хиджихвадоу своему вас проти адах. И очень часто Шрила Прабхупад говорил младшим преданным в сочетании мадхи, если кто-то говорил, спрашивал Прабхупад, могут они то читать или это. А Шрила Прабхупад, он был очень осторожен все время. Он говорил, чтобы они сначала слушали Харикатху. Шрила Прабхупад был очень осторожен. Он давал такое наставление, чтобы они сначала слушали Харикатху, пускай их слух созреет, станет зрелым, чтобы воспринимать трансцендентные звуки. Поэтому пускай они слушают Харикатху, когда у них появится вера в Нитья-Татву, тогда они могут и изучать что-то. А сейчас они могут совершать служение и слушать Харикатху. И через Харикатху сегодня или завтра они разовьют веру в гуру вайшнавов и Бхагавана, и тогда настоящий баджан могут начать. Некоторые не понимают, как возможно, что спутники Махапрабху и сам Махапрабху, они вечные. Если у нас нет
веры в их вечность, то ничего хорошего не будет в этом. И вот я надеюсь, к сегодняшнему моменту вы все поняли, и сомнений у вас не осталось. В следующий раз я буду говорить о Вишвайшнава Раджа-сабхе. Ванча-калпатурвасике-басиндвай-чупатитананг-павана-бхо-вайшнабхьо-наму-намаха.